Летом прошлого года парк старинной усадьбы Кривякина стал меняться на глазах. С приходом зимы работы продолжились. Каждый четверг рабочая группа встречается с подрядной и другими организациями, чтобы решить различные вопросы. В этот раз начальник управления культуры округа Елена Москалева и представитель электроснабжающего предприятия рассматривали вопрос замены тепловых сетей к правому флигелю и подведения новых коммуникаций к левому основному зданию. Присутствующие прорабатывали вопрос организации подъездных путей с улицы Куйбышева через территорию Воскресенского колледжа. В настоящее время мы ведем тесное сотрудничество с Воскресенским колледжем по вопросу межевания земельного участка для организации как раз-таки парковочного пространства с целью привлечения туристического потока после открытия и завершения работ по благоустройству. После получения необходимых документов будет организована работа по оформлению земельного участка между усадьбой Кривякина и Воскресенским колледжем, как раз-таки для организации этого парковочного места. Работы на объекте культурного наследия федерального значения ведут в соответствии с графиком работ на 2020 год. После завершения благоустройства парка и реставрации зданий дворянская усадьба конца 18-го – начала 19 веков станет достойной достопримечательностью Подмосковья и привлечет сюда туристов. Евгений Светлый, Дмитрий Волнов, новости из Крывэкт.